субботу в Самарской области ожидается жаркая солнечная погода без осадков. Днем 29-32 выше 0, ночью плюс 20, плюс 23 градуса. Ветер северный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясно и без осадков. Днем плюс 31, ночью 22 выше 0, северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 30, ночью плюс 23 градуса, ветер северный 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 29, ночью 20 с плюсом, северный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 38%, температура воды в реке Волга 24 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.